Привет всем! Хотите быстрейшую пиццу? Когда хочется что-то вкусненькое, быстренькое, а времени вот прям вот столечко. Тогда давайте готовить! Я возьму вот такую лепешку, узбекская. Конечно, в идеале хорошо испечь самим, но что-то лень. Бывает, да и времени маловато. Разрезаем пополам. Она толстенькая, пышненькая. Готово. Из одной лепешки можно сделать две пиццы. Я сразу на тарелочку, в которой буду готовить начинку, совершенно любую. Все, что у вас имеется. А у меня что имеется? Я взяла один помидор, натерла на терке. Вместо помидора можно взять кетчуп, если у вас он постоянно есть. Добавляю сюда майонез, перемешаю. Солить я не буду, потому что майонез с солью. И сделаем вот так, намажем вместо кетчупа. Не жалею, смазываем, чтобы пропиталось. И теперь выкладываем начинку. У меня здесь одно яйцо вареное есть. Я вот так вот его положу. Разрезала уже. Знаете, как вот распределю, чтобы, когда разрезаешь, на каждой половинке было по пластику яйца. Вот так. Возьму лук. Тонко-тонко нарезала полукольцами. Я люблю с луком. Не любите, как хотите. То есть начинка, опять же, это ваша. Есть у вас колбаса, ветчина, пожалуйста, пластиками нарезайте, кубиками, дольками, как пожелаете. Я немного. Я люблю лук. Вообще и жареный, и пареный, и вареный. Добавлю помидоры. Помидоры я не убирала кожуру. Можно вот так положить. Этот серединку. Нет, мы сделаем наоборот. Вот так, чтобы было красивей. Базилик. Листики порву. И пересыплю натертым сыром. Сверху тоже вот так чуть-чуть для зелени. Все. Теперь берем эту пиццу вместе с тарелкой и ставим в микроволновку. Закрываем. Я поставлю минуты две. Две минуты пропищала. Вуаля, и все готово. Сыр расплавился, тесто такое мягкое-примягкое. А пока 2 минуты запекалась пицца, я сделала из второй части еще одну. Тоже ставлю в микроволновку на 2 минутки. А пока она готовится, эту пиццу мы разрежем. Она горячая, я ее перемещу на дощечку, чтобы удобнее было разрезать. И разрезаю вот по таким частичкам. Очень легко разрезается. И получается вкуснейшая пицца. Посмотрите. Сыр еще теплый, плавится. Ну разве не красота? Элементарно, быстро, вкусно. Пожалуйста, не нужно долго времени тратить. Любая начинка, пицца на столе для гостей, для себя, для деток. До новых встреч. Пока-пока.